Так, ребят, ну что, начинаем бой в лиге. Это внезапное включение с Дмитрием Шумахером, величайшим бойцом лиги. Респект ему, респект, естественно, респект. А как иначе? Как я еще могу относиться к величайшему Дмитрию Шумахеру? Извините за звук микрофона. Низковато стоял микро у меня. Роса джитсер у него, в принципе, но я думаю, что Дмитрий будет нас конкретно в стойке мурыжить, потому что он может показать себя круто на любом бойце, это очевидно, как бы. Хорошо, я запустил оверхенд, блин. Чуть не сдох от этого. Так. Все, надо успокоиться. Хорошо. Как так, я не понял. Хорошо, нормально. Нихера там комбина длинная. Очень длинная комбо у парня. Уф. Нормально. Наказывает меня Дима. Очень неплохо. Я бы сказал. Так, ну что, поехали добивать. Я надеюсь, добьем. Не получилось добить. Не получилось добить, ребятки. Так, ну ладно. Но первый раунд, мне кажется, мы забрали. То есть, с небольшим преимуществом, мне кажется, мы должны были забирать. Из-за этого добивания, да? То есть, ну да, у нас два нокдауна, у него один нокдаун. Поехали. Очень длинная комбина запускает Дмитрий. Очень длинная. Иногда мне кажется, что даже слишком длинная. Нет? Не кажется вам такого? Впечатления такого нет? Так, а кто из нас? Во. И я, и он поплыли, да, в тот момент? Так, ну все, завершили мой бой. Очень потный был. На Росе очень сильно показал себя Дмитрий.
И здесь заряжали реально вертушки. Вертушки помогли мне выйти на эту победу, потому что так вот стойки, очень-очень хорошие комбины показывал Дмитрий Шумахер. Но мы знаем, что этот парень топ, типа, и с этим ты ничего не сделаешь. То есть лучший, он всегда лучший, понимаете, о чем я? То есть это Дима, Дима Шумахер. Всем респект.